Ребят, открылся новый проект, где вы можете приобрести гемы по доступным ценам. Я ссылочку на этот сайт оставлю в описании. Здесь также есть крутые сундучки, которые можно открыть и получить абсолютно любой товар. Гемы, аккаунты, деньги, легендарочки. Здесь все написано, инструкцию почитайте, прежде чем открывать что-то на сайте. Ну, реально, сайт прикольный. Давайте вот, ну, ради фана откроем любой кейс. Естественно, в каждом кейсе свой шанс выпадения той или иной леги, ну, того или иного товара. Ну, давайте откроем легендарный сундук, или как он там называется? Выби легу называется. Так, стоп, остановись на бандитке. Блин, выпал шахтер мне. Ну, тоже неплохо. Давайте посмотрим, что здесь еще есть. Здесь есть мини-игры. То есть, вы ставите какую-то ставку. Давайте, вот, к примеру, создадим игру. И я сделаю ставку, ну, к примеру, 10 рублей. И нажимаю «Синий король» и «Отправить». Все, буду здесь ждать игрока, заходите, участвуйте, и кто-то из нас победит рандомным образом вообще, и вы можете между собой здесь играть и, естественно, выигрывать деньги. В общем, ссылочку на этот сайт оставлю в описании, также здесь по промокодам будете получать бесплатные геммасики. Обязательно заходите и играйте на этом сайте, ссылку на него оставлю в описании. Всем привет, дорогие зрители, наконец-то обновление в Clash Royale. Подписывайся на канал и ставь лайк, если ждал эту обнову вместе со мной. Сейчас я сделаю обзор, мы сделаем первое впечатление в этом выпуске. Я честно ничего здесь не чекал, один раз всего лишь сыграл в тачдаун, но я уже записывал видео, к сожалению, оно не записалось, мое первое впечатление об этом, но я уже немножко здесь посмотрел все. В общем, будут квесты, я думаю, что вы уже смотрели сливы информации, точнее сливы обновы, и думаю, что вы уже знаете про эти квесты, про этот тачдаун, сражение, что будет ежедневные призы бесплатные, это все круто. Немножко изменился дизайн, ух ты, бесплатные гемасики, ну конечно, давайте заберем, больше не могу. Нет, больше не могу. Изменили магазин, я честно недоволен магазином, мне очень не нравится новый, вот этот новый режим, точнее не режим, а вот этот новый формат продажи карт. В общем, ладно, об этом поговорим позже. А сейчас мы сыграем в режим тачдаун, можно играть с друзьями, можно быстрый бой. Давайте посмотрим, кто у меня из друзей в онлайне. Давайте кинем кому-нибудь. Если примет, то будет прикольно. Нет, он не принимает. В общем, ладно, сейчас быстрый бой сыграем. Квесты будем делать, ребят, на стриме, поэтому приходите сегодня на стрим, буду выполнять их, будем получать разные плюшечки. Обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои стримы. Вот, что у нас тут? Дружеский бой. Бой 1 на 1, бой 2 на 2, прикольно. Там тоже какие-то выполняем мы задания, будем получать плюшечки. Это все в следующих выпусках, сейчас первое впечатление. Изменили, кстати, заставку, прикольная заставка. Вот давайте сейчас ее посмотрим, нажимаем «Быстрый бой». За победы, значит, мы за 3 победы получаем 300 золота, потом мы получаем золотой сундук и получаем геммасики в конце, 5 гемов. Честно, не так много, как хотелось бы, реально, я думал, будут лучше призы, но тоже прикольно. Коргик, либо таран, ой, либо дровосек, ладно, возьму коргига, нам нужен спам, берем спам, так, бум-бум-бум, ладно, возьмем громовержца. Ну, кстати, возможно, если я пройду тачдаун, будет новый этап, и может там будут получше призы, я еще не разобрался, это, опять же, повторюсь, первое впечатление. Игра идет до 2 раундов, то есть, если первую победу мы побеждаем, то нам нужно еще раз выиграть, чтобы затащить бой. Вот, если мы проиграем, получается ничья, и играем, и будет решающий, так получается, батл. Ну, я так понял, не знаю. Окей, ставим хижину. Прикольно, что драфт, не нужно заморачиваться там с колодами, не будет вот такие шаблонные деки у всех. Драфт это всегда, ну, не всегда весело, блин, я хотел сказать всегда весело, но это не так. Это не всегда весело на самом деле, драфт я не люблю. Хог, а говорили Хога не будет, говорили Хога не будет, помогите остановить Хога. Блин, я принцессу ставлю, нет, мы сейчас проиграем, останови Хога, напарник. Да ты чё, блин, идиот. Блин, серьезно, вот так легко Хогу... Проиграть можно? Просто Хога выпустил и все. Блин, Хог тащит. Хог тащит как и в глобале, так и здесь. Я поражаю своему напарнику. Как он не задефал Хога? Я там все, что у меня было, выбросил. Ну, принцессу там просто от испуга поставил прям на Хога. Ладно. Ну, слушайте, мне нравится, симпатизирует новый режим. Это интересно, это, знаете, второе дыхание игре дает. Новые впечатления, это все прикольно. Но... Профит не сильно большой, честно. Так, ладно, давайте сосредоточимся сейчас и не пропустим гиганта, а следом, возможно, будет Хог. Почему нас так прессингуют? Я не понимаю. Почему? Что не так? Что мы не так делаем? Так, стражи, хорошо.
Он просто сейчас может Хога где-то выбросить, и все. И у меня нечем его дефать. У меня шарик, у меня королевский гигант. Зачем я его взял? Не нужно было брать кор-гигант. Он здесь вообще не тащит. Так, я так понимаю, что опять сейчас будет Хог. Окей, мы ставим хижину. Блин, у меня эликсира вообще нету. Вообще нету эликсира. Что происходит? Почему мне нечем дефаться? Пожалуйста, напарник, задефай чем-нибудь. А у него тоже элика нету. Да блин, опять проигрыш. Что это за читерство такое? Серьезно? Да блин, какой-то бред вообще. Третий раунд? А зачем третий раунд? Они ведь два раза выиграли нас. Ладно. Третий, так, третий раунд. Честно, я впечатлен только от того, что новый режим. Но меня что-то раздражает то, что мы проигрываем в сухую вообще. Как-то не сбалансировано здесь. Ну, это драфт, он всегда такой. Но прикольно, мне нравится. Так. Окей, давайте хижину гоблина ставить. Опять слева, смотрите, идет эта комбинация. Надеюсь, в этот раз мы не пропустим Хога этого. Мы его два раза пропустили, блин. Сдефайте Хога, да его никто не бьет вообще. Да блин, ну что? Нет, нет, нет. Серьезно? А, я не могу. Серьезно? Да ладно, блин, не, ну это бред. Да, нужно мне еще осваиваться. Ну, смотрите, мы хоть и проиграли, но от этого мне мой выигрыш, предыдущий, который был, не списывается, как это в гранде. То есть вот это испытание, как оно называется? Ну, это тачдаун, да? Это для меня. То есть можно проигрывать сколько хочешь раз. Блин, ну я хочу с другом сыграть. Нету ни одного друга в онлайне. Давайте кого-то пригласим. Ну, хоть кто-то. Кристал, где ты есть? Я хочу с тобой сыграть, а его нету. Блин, ну какие-то ноунеймы, я их никого не знаю. Ладно, пойдем быстрый бой, еще один. Сыграем еще один раз. В общем, буду проходить его, естественно, на стриме. Посмотрим, заслужит ли он своего внимания. Этот режим или нет. Так, варвары, либо давайте ведьму. Слушайте, наверное, нужно было взять арбалет. Зачем мне инферно? Хотя хз. Так, тут колдун ледяной, тут мушкетер. Мушкетер, так. О, у нас Хог, это хорошо. Ребята, я так понял, Хог тащит везде, и в глобале, и здесь, поэтому берите Хога, если он нам подбирается, и с пылы однозначно берите. Видели, да, как он, Хог, подошел к хижине, молнию заюзал, и все, и просто победа. Я надеюсь, вы понимаете, да, что нужно сделать, чтобы победить. Нам нужно просто через все поле пройти, чтобы юнит пересек линию на вражеской половине. Ну, блин, я думаю, что вы предобзоры смотрели этой обновы, поэтому, думаю, вы не глупые, разбираетесь. А что я сижу, жду и простаиваю эликсир? Нужно же дефать. Так, тут этот колдун. Давайте гиганта справа. Блин, а мушкетер сейчас умрет. О, отлично, отлично, смотрите, у нас Хог. Сучка. Так, ладно. Зап, зап. Давай, давай, Хогушка, давай. Принцесса, блин. Ну как так? У него есть зап? У него нету запа. Блин, прикольно, мы опять проиграли. Зашибись. Блин, хотя видели, там принцесса, если бы не нанесла урон по Хогу, то мы бы затащили. Ну блин, он молнию использовал на наших юнитов. Это было неожиданно. Я еще, конечно, не разбираюсь, какие лучше карты брать. Потому что, ребят, я первый раз играю здесь. Я еще ни разу не выиграл, да, вроде бы? Так, ладно. Гигантский скелет. Гигантский скелет. Инферно буду использовать на голема. Так, давайте здесь мушкетер. Так, валькирия слева. Что бы это могло быть? Ага. Что у него есть? Ракета, ракета, ракета летит. Хорошо. Тут у нас ледяной колдун. Я буду еще использовать зап на его шарик. Так, давайте вот здесь. Блин, а у него миньончики. Зря только зап потратил. Ну, ладно. Так, нужно подождать его Хога. Стоп, стоп, валькирия. Да ну блин, затащим. Фух, я уже думал все. Блин, реально, еще бы чуть-чуть и мы проиграли бы. Да, новый режим, конечно, нестандартный. И, блин, подобного не было. Поэтому как-то непривычно реально играть, когда у тебя нету башен. Это что-то новенькое, да. Серьезно, вот драфт испытания, гранды, все турниры, это все по накатанной. А вот это вот, реально что-то новенькое, и мне нравится. Но только не знаю, какой профит с этого мы получаем. Просто квесты выполняем, и все. Блин, вот мне такое ощущение, что у противников всегда лучше колода, чем у нас. Либо мы что-то делаем не так. Потому что я вообще ничего не могу сделать, вы понимаете? Вообще ничего. Смотрите, на нас летит шарик, и мы его не задефаем.
Мы просто проиграли. Блин, ну я чувствую себя вообще каким-то беспомощным. Ну реально, как будто я играю в какую-то новую игру. Вот, реально, не в Clash Royale, как будто я скачал какую-то новую игру и не понимаю, что выпускать, куда выпускать. Ладно, зачем я выбрасываю все в разброс? Давайте все в одну линию. Может быть, так надо? Ракета, надеюсь, он попадет по принцессе? Отлично, красавчик. Напарник у меня молодец. Так, Хогу подкидываем огненных духов. Хорошо, готовим зап. Зап будет отличный там. Давай, 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 Хог, дойди. Ну же, давай, Хогушка, давай, родной, давай. Молодец, отлично. Блин, на лоу хитпоинтах. Еее. Круто, это хорошо. Какой это уже раунд? Третий? Это получается, если они сейчас выиграют, то все, мы проиграли. Так, тут Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, Инферно поставил далеко. Ладно. Давайте здесь... А что это? Конец боя. А что это? А как это? Я ничего не понял. Кто победил? Они. Я так понимаю, там какое-то время давалось в третьем раунде, и мы не успели. Блин, ну какая-то печалька. Но я все равно прошел. Две короны. Фух, я запутался. Честно, я запутался. Ладно, погнали еще в один бой. Но, слушайте, а все равно хочется играть. Хоть я и проигрываю, хоть я немножко и не понимаю смысла. Не, смысл я понимаю, что нужно делать. Но как-то все непонятно. Вот это как, знаете, как двойной эликсир был и драфт. Все выбрасываешь подряд и ничего не понимаешь. Как-то что-то вроде происходит на поле сражения. Но в то же время ты не понимаешь, кто кого атачит. И, блин, ну запутался я реально. Так, давайте возьмем зеркало. Окей. Теслу или Мортиру? Я думаю, Теслу, ее, по-моему, бафнули. Я не знаю, это в этом обновлении баланс изменили или будет в следующем. С этим я не разобрался. Мне просто тачдаун интересовал больше. Окей, окей, так, все. Сейчас еще один батл играем, на этом будет выпуск завершен. Буду на стриме разбираться, и как уже разберусь, как смогу дать какой-то совет и сказать свое мнение, я запишу еще отдельный выпуск с более подробной, конечно, с более подробной информацией про этот новый режим, потому что сейчас это выглядит вот так. Ух ты, а что это? Куда нажимать? Это реально выглядит именно так. Так, давайте гиганта ставить. Вышибалу. Здесь будет вышибала у нас. Так. отличный таран. Молния. Блин, а почему... А, у меня есть ракета. Хотел спросить, почему у меня нету спеллоу? Слушайте, а таран сейчас дойдет? Или нет? Давай, давай, таран, давай, давай. Блин. Чуть-чуть не хватило. Так. Я поставлю здесь Теслу. Блин, я непривычно, реально. Я не знаю, что нужно делать. Понятное дело, что дефаться. А как все это правильно задефать? Так, тут громовержец. Башен-то у нас нету, поэтому... Так, вот, мушкетер. Да какие элитные варвары, за дефой. А вы видите, элитные варвары в каком-то новом... У них какой-то головной убор новый. Блин, он запом промазал. Ну, давай. Он идиот, серьезно. Ну, блин, если бы он зап кинул ровно на шарик, мы бы не проиграли. Бомбит. А если я ракету кину, мы не выиграем? Так, ладно, окей. Поехали, гигант. Так, у них голем слева. Слушайте, а давайте забьем полностью на деф и попробуем сделать какую-то пуш-атаку. Он не знает тоже, куда ставить здание дефа лучше. Сюда, мы можем просто поставить в любую точку на нашей половине, но только вот прикол в том, что куда лучше, непонятно. Так, тут ракета полетит. Давай. А где еще один мушкетер? Блин. Только не говори, что мы пропустим сейчас... Голема. Прикольно, прикольно. Я, по-моему, ни разу не выиграл. Я себя чувствую реально каким-то нубом. Просто. Ну, это новый режим, блин. Я. А что кладбище? Куда? Ага, до середины только могу. Ладно, ладно. Последний бой, поехали. Йо, я чувствую, меня сейчас в комментариях фула, шара, а я выиграл, а я вот правильно делал, а ты вот не так делаешь. Вот сейчас начнут в комментах писать. Так, там один... Так, элитный варвар, это хорошо. И они еще и хилят. Так, давайте тут мушкетер. Блин, а кто будет дефать шарик сейчас? Кто будет дефать шарик? Используй что-нибудь. Ну, зап, ну у тебя же есть зап, давай. А, не, он не понадобится. Он не понадобится. Так, фух, а задефали. Так, как насчет ракеты? Давайте ракету. Используем ракету, хорошо. Умс. И сейчас гигант должен... Да, давай, гигант, молодец. Ух ты, все, я начинаю понимать.
Окей. Башен-то нету. Круто. Так. И вот я не понимаю вот эту последний раунд, когда вот время ограниченное, видим, да, 26 секунд, нужно как-то успеть, но мы не успеем. То есть тут, ну ладно, давайте все подряд выбрасывать в одну сторону, потому что тут время очень ограничено. Так, ну это поражение, да, это поражение. Ну, по-моему, все равно мне корона какая-то должна зачислиться. Хотя нет, стоп, смотрите. Давай, 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 варвар, пересекай. Yes, yes, отлично. Сейчас 6 секунд, сейчас 6 секунд дается вообще. А как за 6 секунд можно успеть вообще что-то сделать? Как? Блин, прикольно. Внезапная смерть. Ага, ничья сейчас. Я тебя понял, поехали. Так, тут у нас Тесла. Хорошо, хорошо. Блин, у него есть эти... Орда миньонов. О, он выбросил их вообще посередине. Поэтому на гиганта похрен. Так, нам нужно сейчас ракету выбросить. Вот так. Вот так выбрасываем ракету. Давайте, давайте, голема дефаем. Давай, давай, гигант, быстрее, быстрее. Задефайте. Ну, зап, зап, отлично, красавчик. Давай, 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 победа, победа, победа. Да, да, победа. Вот, вот. Вот это мне уже нравится. Вот под конец я уже разыгрался. Прикольно. Немножко начинаю понимать. И мы победители, да? Хорошо. Ух ты, резко перескочили мы. Отлично. 5 побед. Ладно, буду, короче, играть на стриме. Будем разбираться там. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам нравится обновление. Пишите в комментариях ваше мнение. Ждите новый выпуск, их будет очень много. Разных колод и разных советов. И вообще, про это все будем более подробно разбираться в следующих выпусках. На этом буду прощаться, ребят. Спасибо всем за просмотр. Желаю удачи, до новых встреч. И всем пока.